Привет, бандиты. Кто-то продает свои анализы за 30 тысяч, кто-то пытается присесть на гантель. А у меня сегодня обычные мои классические приседания. Итак, ребята, сегодня у меня будет вес 135 на штанге, повторений будет всего 4. Медленно подхожу к полтинничку, ну а потом опять уйду вниз, потому как после летних велотренировок не думаю, что правильно было бы мне нахрапом приседать свои там 165 килограмм на один раз. Ну, думаю, что сейчас через 3 недели пройдет этот тренировочный цикл, а потом посмотрю, или буду тренировочный цикл на жим лежа делать, а может быть повторю еще раз до лета еще один цикл в приседании. И сегодня вы на канале «Домашняя качалка». Приступаем к тренировке. Ребята, вот и пришло время к жиму гири. И, ребята, откровенно вам хочу признаться, что последние 2-3 недели у меня именно жим гири одной рукой становится самое тяжелое движение из всех моих, что я выполняю вообще за тренировку. Потому что в жиме лежа я нагрузку до минимума убрал, жму 70-75, не больше. В приседаниях у меня идет нарастающий цикл, и становую тягу делаю тоже свой такой средний, не сказать, что легкий, но и не сказать, что тяжелый вес, 150, 155, 160, вот в этих вот промежутках. То есть нагрузку в этих движениях не наращиваю. А вот жим гири у меня идет нарастающая нагрузка, и что-то уже и плечи начинают себя не так хорошо чувствовать. Ну ничего, ребята, я постараюсь дотянуть до 8 марта, потом сделаю в своих жимах гири перерыв, перейдем на какую-нибудь другую специализацию, где плечи не будут участвовать, может быть это будет приседание или становая тяга, ну а может быть даже и жим лежа, где, кстати, плечи тоже участвуют. Ну в общем, хватит болтать, мне сейчас моя минимум задача выполнить по одному подходу 6 повторений в каждом подходе, ну, вернее, каждой рукой. А потом посмотрим, второй подход будет или нет. Эх, нарастить бы сало килограмм 10. И жим полегче был бы. Кожу рвет. В майке делаю жим, чтобы показать вам форму, как меня просили. Но вообще жим гири не советую делать в майке с голыми руками. Кожу рвет, видите, краснота. Завтра синяк будет. Вот только прошел синяк, здесь был синяк также. Сейчас опять появится. Но это опять же, если ты медленно опускаешь, то есть кожу может сдирать. А если ты будешь ее кидать на одно место, то есть отклоняться, но тогда у тебя может быть отскок в жиме.
Ну вот. Все равно руку натерла, но рука подпотела, поэтому лучше соскальзывала. Ну что, ребята, вот и пришло время ответить на ваш вопрос в моей ламповой кухне. Сегодня я, ребята, хочу уделить внимание своим ответам на вопрос, который мне задала девушка. И сегодня я отвечаю для девушки. Девушку зовут Татьяна Данилова. Привет, Вадим, не мог бы ты написать свою схему тренировок сплит? Спасибо. Ну, я так понимаю, что сами упражнения, это называются комплекс упражнений. Ну, а раз девушка в данном случае просит сплит, тогда я просто расскажу, какие, в какие дни, какие группы мышц я тренирую. Я работаю сутки трое, поэтому у меня по графику я могу тренироваться или 3 дня тренироваться, день отдыхать, что очень тяжело, или через день тренироваться, потому как график 2 через 2 мне не подходит. Там 2 тренировки плюс 1 день отдыха тоже у меня не получится. Если я сегодня 2 дня тренируюсь, завтра у меня выходной, послезавтра работа, получается опять выходной, и потом опять 2 дня тренируешься. То есть у меня самый лучший для меня график — это или через день ходить, или 2 через 2. Но 2 через 2 это слишком долго отдыхать, а через день самое то. Сплит я, естественно, не тренирую каждую тренировку все тело. И я делю на 2 тренировки. То есть у меня получается 1 тренировка А, 2 тренировка Б. Вот как у меня здесь и написано. Если видно, можете стоп-кадр сделать, переписать упражнение. По самому сплит. Ребята, вот берем сегодняшний день. Сегодня у меня тренировка А. Это у меня ноги, грудь, плечи, трицепс, ну и такие маленькие группы мышц, как голень и пресс, я тренирую каждую тренировку. И завтра у меня работа, послезавтра я прихожу с работы, и у меня сразу будет тренировка. На этой тренировке я буду выполнять спину, тренировать трапецию, бицепс, ну опять низ спины, становую тягу. То есть полностью всю спину буду тренировать, плюсом бицепс и голень, и также пресс. Вот такой, ребята, у меня сегодня ответ. Ну, такой коротенький получился. Я же за ваше здоровье буду сейчас закрывать углеводное окно. Ну, а с вами, ребята, я прощаюсь. Всем желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Если кто-то кого-то попросит, обязательно ставьте дизлайки. Я никогда против дизлайков не был. Ну и, естественно, увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока, ребята! Всем привет! С вами я, Андрей Шелест, коммерческий директор компании «Культлаб». Наша компания была основана 4 года назад, а в 2017 году мы запустили свою собственную линию спортивного питания, потому что на отечественном рынке многие производители не могут обеспечить ассортимент и качество продукции. А самое главное – они не могут удовлетворить потребности современного покупателя. Наш бренд ничем не отличается от других, и мы стараемся соответствовать европейскому качеству спортивного питания. Стоимость наших продуктов ниже стоимости американских аналогов, так как у нас нет посредников и у нас собственное производство. Цена на спортивное питание складывается из стоимости сырья, трудовых ресурсов, затрат на этикетку и упаковку. При производстве наших товаров мы используем высококачественное сырье. Сыворотки компании Arla, страна-производитель Аргентина, казин от фирмы Кремо, страна-производитель Франции, аминокислоты и ароматика немецкие. Производитель компания BMP Pharmaceuticals. Европейское сырье гарантирует высокое качество товара. Вся наша продукция проходит сертификацию. Информацию о сертификатах вы можете получить в магазинах сети компании Культлаб. Наша производственная база располагается в городе Новосибирске по адресу улица Сухарная, 35. На данный момент линейка продуктов спортивного питания представляет 15 наименований, такие как протеины, аминокислотный комплекс, гейнер, добавки для многофункциональных видов спорта, беталанин, цитрулин малат и прочие добавки, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте. В ближайшее время мы выпустим более 50 продуктов, а именно жидкие, таблетированные и капсулированные разновидности сегментов спортивного питания. А в будущем планируем увеличить линейку до 100 наименований. У нас будут представлены такие экзотические вещи, как белатонин, коэнзим 5 и штепи. Приобрести нашу продукцию вы можете в сети магазинов спортивного питания «Культлаб». Делайте правильный выбор в пользу качественного бренда.
Спортивное питание. Культ Лаб. Собственные производства из натурального и сертифицированного сырья. Гейнеры, протеины, БЦА. Все, что необходимо для бодибилдинга и фитнеса. Спортивное питание «Культ Лаб». Твой шаг на пути к успеху.